В Актюбинском областном суде состоялось очередное заседание Совета по взаимодействию с судами. Председатель Совета Балтабай Сабыров в своем выступлении отметил, что в рамках высоких требований, предъявляемых к судам и слугам Фемиды, основными критериями отбора кандидатов на вакантные должности являются высокий уровень знаний, морально-нравственные качества и безупречная репутация. Всего было 30 претендентов. Члены Совета, ознакомившись с документами судей и кандидатов на судейскую должность, провели индивидуальную беседу с каждым из них. По результатам 28 человек получили положительное заключение, двое – отрицательное. Цель заседания – отбор, выявление морально-нравственных качеств будущих кандидатов в должности судей. Совет в этой части взаимодействия с областным судом работает. Мы уже более 2 лет работаем. Работа хорошая, я думаю, нужная работа. В Совете состоит из 7 человек, не менее 7. Я являюсь выпускником Академии правосудия. Окончил данную академию в 2022 году. Работаю в должности старшего судебного пристава Мугалжарского районного суда Актюбинской области. Стаж работы у меня более 8 лет. Более 8 лет именно в судебном системе. 12 августа текущего года Высшим судебным советом был объявлен конкурс на занятие вакантных должностей судей. Одно из требований этого конкурса является прохождение, получение заключения Совета по взаимодействию с судами. Вот в связи с этим я здесь нахожусь.